Ля, какая? А, как паук. Как паучок. Даже с игрушкой в руках. То это девочка. Так, ребята, намасте. Намасте, мы с вами в Индии. С обезьянками. Это у нас мангбей. Самец. Боже, они играются с игрушками. У меня голос сел, не знаю, позавчера или вчера. У меня голос сел. Так что поэтому извиняйте. Гляньте, траву. Траву рвет. Щипает. Такая красавица. Или красавец. Кто это? Самец, куцый. Здесь два, наверное, два мальчика. Травку щипает. Ты знаешь, что это такое? Я сам не знаю, что это такое. Поливалочка. Тут сидит, ест, облизывает румбамбар, чистит. Что, ребята, зайдем в серединку, посмотрим. Пойдемте. Ух ты, какой шустрый. Гляньте, какой он шустрый. Это кто у нас? Гиббон. Все. И игрушку не выпускает из рук. Так это девочка Гуги. Класс. Тыц, 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 тыц. Все. Так, идемте в середину, посмотрим. Так, вход как раз нормально. Так, тут у нас пусто. Кто это? Бегут, бегут. Бегут, детки. Точно какая-то поляне. Вот так вот. Мартышка зеленая, капуций бурый. Чешет себя. Активные малыши. Опа. Ребята, кто это? Похоже на староеврейского, корейского какого-то мудреца. Сидит хвост, или что он жует? Хвост твой жует. Ребята, гляньте, какой холл красивый. Как будто дерево такое огромное-огромное дерево. Как будто там улей. А, это как будто этот Коа. Или как ее забыл, это из Маугли. Гляньте, тут голова. Вылезла. Обвела все вокруг. Так, я нашел хвост. Сейчас вам лучше покажу это. Голову. Гляньте, как головешка. Йозеф. Но его нет. Он, наверное, на улице, походу. А, ой, а что это такое? Боже, что это? Что это такие? Кто это? А где, не понял, где, где вперед, где, что это такие?
Трубкозуб. Элиан и Венера. Ребят, я вас не знаю, первый раз такие вижу. Спят, ну хай спят. Шо, проснулся? Проснулся, ребят. Мальчик проснулся. Все, пошел, 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 пошел. А это кто? Пришел. Отвернулась. Гляньте, какая прелесть, ребят. Гляньте, какая маленькая-маленькая там мамочка с малышом. Боже, какая красота. Наверное, только недавно родился. Может, месяц с роду. Валаби. Вот этот валаби похож на кенгуру. Альбинос. И мама с обезьянкой маленькой. Мамочка с этим, с ребеночком. Красота такая, да? Походу, это и есть кенгуру, просто маленьких, средних размеров. Альбиносик. Боже, какая картина умиляшная. Обезьянка маленькая. Ребята, тут, походу, еще кто-то живет с ними. Гляньте, кто это? Кто это? Мышка-нарушка. Класс. Все, убежала. Наблюдать за малышом так интересно, вообще прикольно, гляньте, как ребенок, новорожденный маленький. Класс. Мамочка ходит. Ребята, у меня аккумулятор заканчивается, батарея, вот жалко. Так что буду снимать самое интересное. А впереди еще крокодилы, бегемоты. Это еще вот такая вот клетка. Наверное, вы поймете, для кого она. Так что вот так. Сейчас я вам еще кое-что сниму. Только вы поставьте на паузу и прочитайте. Поймете, для кого эта клетка. Сниму такого вот гиббон. Белорукий называется. Гиббончик спит. Ребята, такой как Чебурашка, знаете, неизведанной науки зверек. Так и вот это вот, гляньте, какие усы. Тамарин. Так прикольный. Такая мишура маленькая. Вот так, грызет, грызет. Гляньте, там в домике прячется еще один. За ним. Эти лапками этими. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Прикольные. Первый раз таких вижу. О, гляньте, сука, их тут. Гляньте, какие красивые. С прическами. С белыми причесонами. Выбегали. А, это у нас тамарин императорский с этими усиками, понятно. Носая мартышка. Ребята, нос такой белый. Покажи еще. А то я включил камеру, она отвернулась. Ну. Гляньте, нос как сердечко белое. Сейчас я обойду с той стороны. Это у нас Люсик и Света. Только видно, непонятно, Люсик или Света. Ну.
Гляньте, какой носик. Как белое сердечко. Ну, ищет букашек. Занят работой. Макака. Серьезная макака. Уйдите, я в печаль. Ой, какой красивый ты. Еще бы свой хвост, павлин, бы распустил бы. Гляньте, какой он красивый. Переливается разными цветами. Бирюзовый. Можно я тебя с собой возьму, а? Красавец ты. Это мальчик. Можно я тебя с собой возьму? Сейчас клюнешь меня, да? Гляньте, какой хохолок. Прям принц. Клюнуть хочет. Давай. Давай. Еще бы свой хвост распустил, я бы был тебе очень-очень благодарен. Гляньте, как сидит красиво хвостик. Распустил свой. Это все самцы. Они свои хвостики распускают перед самочками. Гляньте, какой красивый. Боже. Такая шея бирюзовая. Красивый, красивый хвост у тебя. Он и второй сидит. Этот самый красивый такой. Так, это у нас казарка, гляньте. Самец и самка. Такие красивые, прям, прям все в моих цветах. Ребята, черное с белым. И немного серого. Так, а это кто у нас? А это у нас горный гусак. Гусочки. Так, эти уже все позасыпали. Уже все спят. Ребята, из какого мультфильма? А ну, кто знает? Из какого мультика? Ну что, посмотрим еще одну жирафу. Вот этого еще красавца напоследок сниму. Уж больно он красив. Ужинает, ужинает мальчик. Боже, ребята, гляньте, какой Арчибальд. Носорожек. Тоже трапезничает. Ужинает. Пьет. Так, кто это у нас? Белый носорог Арчибальд. Дата рождения 2010 год. Мальчик. Ребята, Арчибальд весит 5 тонн. Ничего себе, нормально. Да, вы серьезный мальчик. По весу сначала слоны идут первые. Там вообще. А потом уже носороги. Опять ко мне. Да, махина. Давай, пока-пока. Еще, может, увидимся потом.
И что, вы прям вот так вот гуляете, ребята? А? Прям вот так вот решили выйти из своего домика. Дикобразы. Айнур, Нури, Норка и Нос. Гля, гляньте. Все спрятались уже. Что вы еще тут ходите, дразните? Боже, а воробьев сколько залетели в клетку, кушают их еду. Спят дикобразики. Гляньте какой. Ух ты, какой красивый, а? Ничего не вижу. Так, аккумулятор 5%, понятно. Вообще экран темный-темный. Так что не вижу, что снимаю, ребята. Как раз еще пройти вот эту аллейку и поснимать их. Ребята, еноты. В следующий раз, когда приеду, походу, это не еноты. Гляньте, енотовидная собака. Похоже на енотиков. Это у нас парочка, это мальчик и девочка. Вылезли, потому что я проходил первый раз проходил, было очень жарко, они все попрятались, а сейчас уже повылазили ближе к вечеру. Так, а это кто у нас? А ну-ка, запашок нам свой. Это у нас скунсы. Так. Вонючечка маленькая. Вот, ребята, самый последний в клетке енот, но их нету. Гляньте, пустая клетка. Нема. Странно. Так хотел их снять и вообще-то хотел покормить. Жалко, конечно, очень жалко. Гляньте, кто это такой? Гляньте, только голова одна. У меня экран вообще темный, я ничего не вижу, но ориентовочно понимаю, что я снимаю какую это. Гляньте, какой. Что это такое? Это вомбат или кто это? Сейчас пойдем почитаем. Сидят такие, жара упала, они все повылазили. Молодцы, гляньте, какой этот у них аквариум, хотел сказать, бассейн. Спа. Фу, процедуры. Хрюндик. Хрюндик. И тот такой серьезный сидит. Ох, и серьезный уже. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у нас... Ой, что это такие? Капибара. Капибара. Бобик. А, ой, что это было? Ты выпрыгнул из бассейна. Гляньте, все, только что выпрыгнул. Угу. Ну как вам ванна? Приятно? Я бы сейчас тоже искупался. В бассейне. О-о-о-о-о. Бегает, бегает. Друг за дружкой. Походу, это мальчик и девочка. Какие же вы красивенькие. Красивые, красивые. Ну все, ребята, буду заканчивать свои видео. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что ставили лайки. Все, всем пока-пока.